приветики. 27 мая. Лена проснулась. Вчера я поспала днем часика два. И я прям говорила даже в видео. Я не уверена была, что я усну вечером. И что вы думаете? Вчера лежала, ворочалась, крутилась. Без 15:02 я посмотрела на часы. Я еще не спала. И, наверное, уснула после 2 часов ночи. Вот такая вот я. Непонятная у меня конструкция, да? Если днем посплю, вечером плохо засыпаю. Ну ничего, не выспалась, правда, зато сегодня, наверное, усну хорошо. Встала с 15:07 только что. Сейчас покормлю зверюх, покормлю голубюх и буду собираться на работу. Вчера, кто не видел видео, ай, посмотрите, я тебя укусю сейчас. Прилетала решка, я так рада, невероятно, но... Опять же, вчера видела, тоже показывала видео, как баклан таскал голубя. У меня первая мысль, где мой орел? Хотя это не может быть, чтобы был орел, потому что буквально за полчаса до этого я орла видела. Поэтому я думаю, с ним все будет хорошо. Сейчас буду кормить птичек и буду выглядывать, чтобы он тоже прилетел. Не знаю, решка будет прилетать или нет, но главное, она жива-здорова. И я очень-очень рада. Так, пока. Пока чужой гуль сидит, кстати, да, Коля сегодня с рыбалки приедет, чего-то нам обязательно привезет. Вот, сказал, что рыбки немного наловил, но это было вчера, еще вечером ловила, еще утром, наверное, половит, поэтому рыбачок мой рыбанутый должен явиться сегодня с рыбалки с рыбой, ну да, логично. Вчера с вечера достала размораживаться творожную массу с цукатами, сейчас по-быстренькому замешу. Поставлю в духовочку, и пока собираюсь, она мне приготовится. Все хорошо, орел жив, здоров и невредим. Вон он, с той стороны на подоконнике, только что прилетел, клюет. А нет, уже перелетел на ветку. Там не твое место было, да? Не твое, давай сюда ныряй. Ныряй сюда. Ныряй, ты такой хороший, ты такой гладенький, ты такой клещивый, давай сюда гони. Гони быстрее, да я буду собираться, вот. Все, на свое место. Молодец. Речки не видать, но буду поглядывать. Может, явится барыня. Все, кусаем. Кусаем, никого не слушаем. Я рада. Тришик. Тришик толстячок. Я уже все поехала. Вот, сегодня вечером посмотрю, как там шов, потому что Рыжулька сегодня даже не снял пластырь за свою ночь, да? Ночью хорошо себя вел, не елозился, и пластырь у него на месте. Если на месте, я сама насильно не снимаю, не стягиваю уже, когда он практически сам его сдерет, тогда я помогаю и обрабатываю, меняю на новый. И сегодня посмотрим после работы, как там ранка. Если все хорошо, я вас вместе сажу, наведу здесь порядочек, чтобы в чистоту посадить, да, он же у нас послеоперационный, ему чистенько надо, и поселю вас вместе. Ну, опять же, все зависит, как там у него поживает шов. Зашла на кухню проверить, выключила ли я духовку, и вон, кажется, решка сидит, вон она на уголке, лапку не видно, но кажется, точно она. Ты моя гулечка, ты моя холёсия. Вот она, кстати, запеканка. Я обычно вот так вот режу на кусочки и оставлю на столе. Коля приедет с рыбалки, как раз попьет чайку или кофейку с запеканочкой. Звонил Коля уже дома, а у нас морозилки все забиты. Говорит, рыбы килограмм 15 привез, но в основном окунь. Окуня мы обычно солим. Вот, я ему сказала все это попытаться запихать пока просто в холодильник до моего приезда. Я уже потом немножко ревизию в морозилках наведу и что-нибудь с рыбой придумаю. О, вон она. А то она А что это она делает? Сделай звук громче. Психует. Да? Звук делает и лапами бьет. Ну что там, Дима, гнездовенько? Не знаю. Смотри, как психует. Там люди же рядом со мной сразу. Сейчас посмотрим, через дорогу, когда будет перебегать, и еще одна появится. А это большая или маленькая? Это старшая, которая. Угу. Будь такие сустры. А бодрый хвост был? Да ты какая-то сюда пушистая. Я обычно привыкла, что пушистые хвосты делают. Может быть, они это как зайцы? Ну, может. Линяют там к лету и потом.
Да, какая хорошенькая, да? Как с картинки, да? Да, такая прям... Какая? Вот тут молодцы попушистые. Я вот камеру, видишь, не успевала за ними не спать. Вот прям видно, глянь. Вот. Видишь, это прям как с картинки, да, вот с этой? У нее хвост попки и еще вот там. Там же фотография в конце сделать. А она не побежит через дорогу? Было там в серединке, ты не обратилась. Это одна побежала. А это не побежала. Не, одна так. Да. Я так удивилась, Анька, вообще. Представляешь, в городе, я понимаю, там... В Мармашах были. Я слышала, вдали не уюта, но там хотя бы нету людей почти. Ну, там есть люди, ну, да, там лес, столько. Да. Да. Но вот тут город, вообще ничего ж нету нигде никак. Как они там, да, издалеку? Угу. А у вас там нету сопок? Сопка рядом, но они же живут не это. А девчонка одна говорит, что она и в том году ее видела, тут может типа, может, они тут живут на постоянке. Ой, прикольно. Угу. Я теперь буду теперь ведь ходить, глазеть, и с орешками буду ходить, да. И... А может, а семечки? Оставляю. Семечки, по-моему, едят они, да. Надо почитать, что они едят. Вот семки, орешки. Просто оставляйте им, пускай приходят. Ну, да. А может еще где-нибудь увидишь как-нибудь. Но. Раз они там раз они там носят. Там вот такой большой скворечник стоит на дереве. Ну, для высоко. Белок, наверное, Ленка. Может, там белки живут в нем, скворечники в этом. Прям огромный. Может, для кого-то это не новость? Вот такой. Просто... Ну, блин, не могу же до птицы такой. Это, наверное, кто-то специально сделал, может быть. Да, причем на уровне примерно третьего этажа скворечник. Смотрите, так кто-то как-то забрался туда, это лестницу поставили. Пришла домой, на сковородке уже жареная рыбёха. Сейчас немножко разгребусь, сумками с пакетами заходила в магазин. И со свинюхами немножко разгребусь, сейчас им травочки дам, муравочки голодные. В первую очередь свиночки, а потом все остальное, да? Сто, Трихан, сто, Михаёси, на тебе мое солнце. На тебе мое сладкое. Вот, кушаем, жуем. Кстати, запеканочку Коля съел. Я с этим пакетом с травой бегаю по всей квартире. Сейчас дам Рыжулину. Лызулин, мой Лызулин, мой красотулин. Повязку снял, я уже вижу. Давай, ешь. Потом будем разбираться с твоими перевязками. Сегодня переезжать будешь или завтра, будет видно. Это вот часть улова. Я смотрю, Коля уже засолил. Окушков. Вот такой вот здоровый тазик. Тазик большой. Окушки все. Ну, чуть больше моей ладошки. Ну, даже примерно с ладошку. Вот в длину. Но ничего, нормально. Просолится, повесим, высушим. С пивком Коля погрызет. Я, кстати, вот не люблю. Я пиво, если даже пью, пью без ничего. Потому что не люблю ни с чем. Ни с рыбой. Можно, конечно, с орешками или с чипсами. Это вредно. Это лишние килограммы. Вот с рыбой нет. С рыбой мне не нравится. Могу пососать рыбу отдельно. Вот. Это вкусненько. А так, чтобы пиво плюс рыба, у меня такого нет. Ну что, выгружаю рыбу из пакетов. Это у нас щучка. Гляньте, какая. Вообще, вот это вот супер-пуперская, хоть желание загадывай. Три здоровые щуки, но это не все. Сейчас еще. Да, прибавился, Так, дальше пошли сишки сверху на щучку. Вот такая кучка у нас растет. Ой, какая красота. Ну, а сверху завершили композицию окушки. Вот такая вот куча рыбы у нас получилась. Сейчас Коля снимет на филе щуку. Сигов заморозим, окушков тоже заморозим. Те соленые будут сушиться, эти можно ли покоптить или на ухичку. Я съела пол окуня прямо со сковородки. Так вкусно! Мы никогда не жарили в этой шкарлупе. Коля насмотрелся рыбалку и пожарил в шкарлупе, ну, в чешуе. Такой вкус, вообще обалденная рыбка, сочная. Вот это вот снимаю, здесь вообще костей нет. Тут только вот эти вот внутренние, они отлично убираются, сочная, вкусная. Короче, вот, смеется надо мной. Шо хихи, вкусно мне. Хихикаешь. Ну, сейчас немножко, да, отдышаться. Я вообще-то жареное не ем, но там через эту скорлупу жир туда не прошел. Она как в чем-то. В своем соку. В своем соку. Сейчас я вот это вот все по пакетикам уберу. Ну, да. Вот. Кайф. Процесс пошел. Ножик острый, это же, да? Специальный филейный нож, который Коля приносит откуда-то со своих там загашников и потом по разделке рыбу носит обратно. Да? Да. Я все знаю.
Ну, в принципе, мне это не нужно на кухне. Это на рыбалку только филе снимать. Чики-пуки. Сейчас сразу перекручу чеснока, лука. Начищу, перекручу и заморозим уже готовый фарш. Вот сколько филе получилось. Это достаточно много. Фарша получится много. Сейчас туда лучок, чесночок, перчик, сольку по пакетикам и в морозилку. Да, что забыла, сало забыла, надо достать с морозилки, чтобы отошло немножко, чтобы можно было перекрутить. С рыбой дела закончены. Я уже рыжульку попоила лекарством, сделала ему перевязочку. Ранка все хорошо зажила, но все равно пластырь пока наклеила. И теперь пойду наводить порядок у Тришика и будем переселяться. Да, все халясе, друзья сегодня встретятся. Да, мой халюсий. Навела красоту, навела чистоту. Сейчас тебе друг переедет. Ой, как я уже за вас рад. Тришик, мы пришли. Опа, мы плюсли, да? Я не одна. Я не одна, представляешь? Сейчас я тебе дам кого-то. Кого-то я тебе дам. Сейчас его переверну, одну руку неудобно. Вот он! Вот он! Ты где? Так. Он не забыл, что он главный. Он не забыл, он даже не соскучился. Так. Что будем делать? О, Триша, ты главный здесь, да? Это твоя территория. Чужая свинья пришла на твою территорию. Ничего себе! Так, дальше смотрим. Это типа мини-знакомство. Мини-знакомство. Хотя они друг друга, конечно, знают, но теперь это Тришкина территория. Рыжика-то не было сколько. Ну, нет. Рыжик главнюк. Главнючок ты мой рыженький. Ну, давайте, покажи. Вот этот лапы даже задние, что-то мне так показалось, да? Ты молодец тоже. Ты такой вот окреп, стал такой вот герой. Вот такой ты даже собака тоже умеешь, да? Ты тоже как собака-барабака? А ну-ка, покажи. Рыжуль, что ты там задумался? Хотел лапы его легнуть, да не вышло. Так интересно наблюдать за ними. Что? Круги наматываем. Теперь дубль два, да? Сейчас опять будете выяснять, кто из вас главнее. Тришка намного весит больше рыжульки. Наверное, грамм на 350 примерно. Рыжулька 900 чем-то грамма. Тришка почти кило 300. Я их взвешивала. Вернее, Тришку взвешивала. Ой, какой смешной. А рыжулька взвешивали у врача. Ой, вот это да. Вот это вот знакомство дубль 2. Так интересно. Ну и что мне с вами сегодня весь вечер так сидеть, наблюдать? Ты легался сейчас, да? Ты был лошадкой? Мне нравится это. Задними лапами, когда они легаются, как лошади, такие тик-тик. Как голуби крыльями, эти лапами. Ну, молодцы, никогда вот так не дрались. Ни зубами не вцеплялись, не кусались. Ну, самое такое вот, что он сейчас делал, это выяснение отношений. Так как будто он главный, да? Там не подумайте, никаких детей они не делают. Это когда свинки так делают, они просто доказывают, что я на тебе засел, и я главный. Вот, я сверху тебя, я главный. Да он, это он. Да что нюхаешь там? Что он без тебя ел, да? О, посмотрите, он прям в рот ему лезет, а? Думаешь, какие вкусняшки ему давали, а тебе не давали? Все вам давало почти одинаково. Только единственное, что пока рыжик болел, ему давало больше вкусняшек, чем Тришику, и чаще, и все. А последние дни прям один к одному, так что не надо. Ну все, друзьяшки вместе, все нормально, все хорошо. Конечно, еще побегают, побурчат, помурчат, но это нормально. Это их свинская жизнь, это их свинские отношения. Самое страшное у нас еще позади, все, а это все ерунда. Ладненько, буду с вами со всеми на сегодня уже прощаться. Всем пока. Всех люблю. Что ты мне тут ветки задираешь? И до новых видео.